будьте добры на третий строительный. На четвертый строительный остановить, пожалуйста. На пятый строительный, будьте добры. Что-то я не понял. Вы слышите нас? Что творишь-то, а? Верните деньги! Или деньги верните, правильно. Остановите! Куда едем-то не такой? 18-е строительное. Что-то помогите! Верните! Сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю. Шесть кадров. Стоять, я говорю, никому не дергаться. Мужик, стой на месте, не двигайся. Женщина, еще один шаг, и он будет последним в твоей жизни. Понятно? Тихо. Галя, а? Ты скоро? Я их больше сдерживать не могу. Да все, ты знаешь, что твоих размеров больше не осталось. Все, Этика, сходи на кассу, сходи на кассу. Тихо. Тихо. Мужчина, проснитесь. Просыпайтесь, вставайте. Что случилось? Вниз, спускайтесь. Зачем? Давайте, потихонечку, полегонечку. Давайте, спускайтесь. Ничего страшного, не бойтесь. Так. А теперь давайте ложитесь к девушке. Давайте, ложитесь. Ну, понимаете, у меня очень мало одеял. А в вагоне очень холодно, понимаете? Ну, угли не завезли. Поэтому давайте, ложитесь к ней. Ложитесь аккуратненько. Одну руку под голову ей, другой обнимайте. Ты что такое? Женщина, вам что важнее-то? Репутация или здоровье? Все, спать. Все хорошо. Ну, мужчина, что смотрим? Давайте спускайтесь вниз по той же схеме. Вы что, с ума сошли? Так, мужчина, вам что важнее? Здоровье или репутация? Давайте. Коллега, срочно нужна ваша помощь. Кажется, мы его потеряли. Ай-яй-яй-яй. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем его искать. Если он не спрятался, никто не виноват. Коллега, вы на третий, я на пятый. Вдвоем мы его найдем, как пить дать. Идем! Ты знаешь, мой сегодня прокричал всю ночь, ни минуты не дал поспать. Слышь, мои зубки начали резаться. Кошмар какой-то просто. Пожалуйста, прижмитесь к обочине. Повторяю, немедленно прижмитесь к обочине. Что такое? Слушай, ну эти депутаты обнаглели в конец уже. Не говори, а. Так вот, что я тебе говорила? Про зубки. Ну. Мужчина, вы что себе позволяете? Это же детское заведение. А может, я в душе ребенок? Это что, дает вам право пить в детском кафе? Понимаешь? Моя жена Ира от меня ушла к какому-то клоуну. Так, ну что мне, милицию позвать? Да за это кого хочешь. Вера. Ну и
ним. Привет, сосед. Привет. Ты мне табуретку не одолжишь, а то к жене опять гости пришли. Да когда же они находятся? Каждый божий день. Да я сам уже устал. Жизни нет. Она же у меня тусовщица. Общаться любит. На, держи. А еще мыло и веревку. Ненадолго. Жена завтра отдаст. Ничего себе! Ничего! Вот это вот, это сколько? Он еще у вас из золота сделал? Столько стоит? Вот это цены у вас. Не, видели, да? Это же чокнуться можно. Простой сыр и столько... Не, ну, совсем уже совесть потеряли. Для кого у вас магазин? Магазин для кого? Для людей или... Для нефтяных магнатов? А это что? И сколько? Как Мерседес стоит. Все. Да, чума. Вот чума. Не, ну цен, ну цен. А что, вот это сыр? Бесплатно. А, ну вот, другое дело. Другое дело, вот. Один только, вот вам. Это что? Шутка такая. Сыр. Бесплатно. Ладно. Пойду в колбасный схожу. Ну что ж, поздравляю. Держите руку крепко, не двигайте. Сейчас снимем ваш гипс. А это что такое? Ну, что вы так смотрите? Я девушка приличная. Я же не могу выйти на улицу без маникюра. У нас сегодня уже какой урок по счету? Пятый. Пятый. Ну, как-то сегодня должно быть попроще, да? Выходной, машин будет меньше, мало, все. Ну, раз... Ты уже профессионал. Конечно. Сегодня выходной, машин мало, все попроще. Давай тогда сегодня сама. Я посмею. Вчера отмечали день профессионального инструктора. Устал я очень. Покимаю. Да. Забыл. Это правда, да, сейчас он не скажет, что это у нас тут. А, вот он, да, все правильно. Ага. Давай, поехали, только пристегнуться не забудь. Не любит на ромашке. Дайте просто открытку. А где? Простите, вы уже определились с заказом? Я да. А вы, Маргарита Степановна?
на твое усмотрение, зятек. Ну, как говорится, будьте здоровы, мама. Очень полезно. Милый, тебе нравится мое новое платье? Дорогая, если я скажу тебе правду, ты не расстроишься? Ну, нет, конечно. У меня есть любовница. А платье? Платье ничего, очень идет. Фу! Ну это главное, а то я думаю, пол зарплаты отвалила, тебе не нравится. Классно, да? Вот это когда дело, Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Добрый день. Здравствуйте. Все готово? Конечно. Секундочку. Вот, пожалуйста. Все отмыли? Все отмыли до последнего центика. Благодарю. Спасибо. Приходите к нам еще. До свидания. До свидания. Здрасте, здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, едешь по России, и душа поет. Это ж сколько у нас березовых рощ, полей, лугов. Эх, красота! А по мне природа как природа. Деревья да трава. Ты чё? Ещё не выпил? Нет. Моя Россия, а? Красотища! Д, А, С, А, Б. Отлично! Поздравляю вас! Ну что ж, вы приняты продавцом-консультантом наш отдел нижнего белья. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте. Согласны ли вы, Михаил, взять в жены Ольгу? Нет. Согласны ли вы, Зигмунд, взять в жены Ольгу? Нет.
Улька, ну, послушайте, вы не расстраивайтесь. Ну, может быть, приходите завтра. Завтра что-нибудь подберем вас. К сожалению, просто, ну, сегодня уже никого не осталось. Пошли! Мне ж не говорил, мне рыжий не нравится. Она объективно мне не подходила. По росту. Как-то не хорошо. Не, хорошо. Хорошо? Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Ну-с, рассказывайте, на что жалуетесь? На бессонницу. Доктор, второй месяц уже заснуть не могу. Ложусь, и сразу мысли тяжелые в голову лезут, лезут, лезут. Я ворочаюсь, ворочаюсь. Вы мне поможете? Ну, конечно, это же мой долг. Спасибо вам, доктор. Вот. Пожалуйста. Что это вы мне такое принесли? Это документы на ипотеку. Оплатите ее за меня. А так как я начинаю думать, сколько мне еще туда нужно денег вбухать за нее, так заснуть не могу. Там Леонардо да Винчи. Вот там Пикассо. Ранние работы. Заметьте, все исключительно подлинники. Значит, это столовая. Туалет по коридору налево. Ну, что же. Располагайтесь. Значит, как договорились, телефон и коммунальные оплачиваете сами. Так, паспорт я ваш записала. Ну, если возникнут вопросы, звоните. Телефон директора музея вы знаете. Дорогие, с чем пожаловали? Слышали мы, у вас есть то, что нам нужно. Как говорится, у вас товар. У нас купец славный, молодец. Может, договоримся? Ну, не знаю, может, и договоримся. А что у вас есть? Сначала бы хотелось посмотреть товар. Хороший товар. Берем. Ну что? Обмоем сделку. Обмоем? Ой ты, ой ты, добрые молодцы, расскажу вам быль, да не сказочку. Как сложили буйны головушки за девицу, да, за прекрасную, за Оксанушку, свет лебедушку. Слушай, Петрович, заколебал. Короче, пиши. Драка на бытовой почве. Двое залетных гастролеров подрались из-за продавщицы сельпо Ксюхи. Кто первый начал? Ну. Прокопенко его сначала ломом ходил, а потом уж Иванов-то его по голове арматурой. Ага. И лежат они на палатюшках, почивая в травматологии. А лебедушка, свет Оксанушка, носит им туда апельсинушки. Апельсинушки контрабандные, марокканские, привезенные из заморских стран, да купцами все, новгородскими из Саратова. К сожалению, нет. Девушка, дайте, пожалуйста, нитроглизерол. Ой,
Но я вам, к сожалению, не могу дать. Нужен рецепт. А, рецепт? Угу. Записывайте рецепт. Значит, берете чайную ложку глицерина, добавляете ее в смесь серной и азотной кислоты, потом выделяете оттуда нитроглицерин и промываете в 5-процентной соде. Записали? Котя! Ты? Не узнал, что ли? Да ладно, давай, узнавай. Ну, Ялта, санаторий «Волна», 2006 год. Я не Котя. Нет? Нет. Слышь, мужик, это ты? Ну, давай, узнавай. Ну, Москва, парк, лавочка, только что. Ну, ты, да? Вот это встреча. Слышь, тут такое дело. У меня буквально 15 рублей на пиво не хватает. Давай, выручай старого знакомого. Здрасте. Здрасте. Сантехника вызывали? Да, пожалуйста, погодите. Наконец-то вы пришли. Уже сил никаких нет. Течет и течет, зараза. Чего я только не пробовал. Вся надежда только на вас. Сильно течет? Очень. Ну, давай смотреть. Куда идти-то? Вот туда, пожалуйста. Вот, командир. Течет. Иногда, правда, начинает капать, а потом опять как польет. Надо что-то делать, а то скоро соседей зальем. Причина утечки? Да с любовницей меня застукало. И вот уже 6 часов течет. Ну что же, будем разбираться. Ты иди часок погуляй, ага. А я тут пока сам. Хорошо. Дверь прикрой. Ага. Ого! Вот это да! Я бы так не смог. Мастер! А сколько я вам должен? Ты ничего не должен. Ничего. Ты иди еще часок погуляй и считай, что мы в расчете. Я ж только наживил, надо напор сейчас дать и проверим. Да? Да, дверь прикрой. Как таланта сестра называется Кра, так и наша програ. 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер. 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри, нас всего в антрепри. 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею, вот за что я так люблю.